деле узлы не детская забава. Если помните, в прошлый раз, в прошлом видеоролике, мы рассматривали узлы для связывания двух веревок одинакового диаметра. Почему эти узлы не подходят для связывания двух веревок разного диаметра? Сейчас я вам покажу. Вот я специально взял веревочки две. Одну вот такую потолще, другую потоньше. Разного диаметра. Сейчас я попробую связать их одним из узлов, который предназначен для связывания двух веревок одинакового диаметра. Ну, возьмем прямой, как вы помните. Вот прямой узел. Да? Смотрите, что происходит с ним, если я беру, использую его неправильно, не по назначению, связав ее веревки разного диаметра. Смотрите. Видно, да? И это только при усилии моих рук. А если там будет значительно большая нагрузка, которая возникает при вывешивании на веревке, рывке и прочее, то этот узел просто-напросто развяжется. Значит, сегодня мы рассмотрим специальные узлы для связывания двух веревок разной толщины, разного диаметра. Значит, итак, вот у нас толстая веревка большего диаметра, вот веревка меньшего диаметра. И первый узел, который мы будем рассматривать, называется шкотовый. Смотрим. Веревка толстого диаметра складывается вот в такую петлю. Веревка меньшего диаметра пропускается снизу в эту петлю, делая сверху вот такую петельку. И после одного оборота вокруг толстой веревки снова пропускается в эту же петлю. Видите, получается вот такая штука. Теперь узел затягивается. Вот. В чем здесь фишка? Веревка под нагрузкой передавливает сама себя, то есть фиксирует дополнительно. Видно, да? Ну и не забываем про контрольные узлы на одной веревке и на другой также. Все. Вот в таком положении узел считается завязанным. Но для туризма, для работы с веревкой на стене где-то, я не рекомендую применять шкотовый узел. Почему? Его, потому что, ну, недостаточно он крепкий, что ли, недостаточно прочный. Здесь лучше применять брам-шкотовый узел. В чем разница? Сейчас увидите. Брам означает два. То есть начало узла точно так же делаем. На толстой веревочке петлю пропускаем, тонкую веревку, петлю, сверху делаем петельку и делаем не один, а два оборота вокруг толстой веревки. Причем вот как сказать-то, второй оборот он делается вот сюда вот ближе вот к этой, к краю петли. Вот видите, вот так получается. Вот теперь это все затягивается. Получается у нас вот такая штука красивая. Вот видите, второй оборот, вот он идет. Он ближе сюда, вот к петле идет. Делаем контрольный узел с одной стороны. Не забываем привязки сразу брать веревочки достаточной длины. Концы оставлять. Вот. И с другой стороны.
Вот завязанный брамшкотовый узел. Вот так он выглядит с одной стороны, вот так с другой. Вот. Все, этот узел уже значительно крепче, чем просто шкотовый, потому что сделано два оборота. Веревка вот эта вот под нагрузкой, она передавит их, зафиксирует эти обороты. Этот узел значительно прочнее. На самом деле узлов для связывания двух веревок не так уж и много. Значит, кроме этих, я использую еще академический узел. Сейчас мы его тоже рассмотрим. Академический. История названия этого узла мне неизвестна, но вяжется он вот так. Смотрите, тоже берется петля. То есть все узлы для связывания двух веревок разного диаметра начинаются с петли на толстой веревке. С петли на толстой веревочке. Также пропускается снизу тонкая веревочка. Запас сразу делаем, так как нам придется контрольный вязать. И смотрите теперь дальше внимательно. Делается вот так оборот в сторону, как бы от из петли. Из петли вот так вот как бы делается оборот. Раз. Закручиваем веревочку. Вот. Еще один оборот. И когда выходит веревочка вверх, пропускаем ее в петлю. То есть откуда пришла, туда и ушла. Вот. Должна получиться такая импровизированная буква А. Видите, да? А. Академический узел. Контрольные на концах. Все. Вот в таком состоянии узел считается завязанным. Напомню, без контрольных, эти узлы считаются незавязанными, они не дадут достаточной прочности и надежности. Еще раз, академически. Мне на самом деле больше нравится вязать академический узел. Не знаю, я так как-то привык уже к нему. Мне он больше нравится. Итак, академический узел. Петля на веревке большего диаметра. Вводим в нее меньшую веревочку. И оборот. Раз. Два. Все. Запускаем веревку обратно. Берем и затягиваем получившийся узелок. Вот так. Получилась буковка А. Академически. Теперь делаем контрольную. Все, узел завязан. Ну и еще раз брамшкотовый покажу. Шкотовый показывать не буду, так как считаю, что он непригоден практически. То есть он теоретически есть, но практически он не применяется в таком виде. Петля из толстой веревки. Тонкую веревку заводим. Делаем сверху петлю. Один оборот. Так, сразу веревочки побольше сделаем, чтобы контрольный завязать. И второй оборот. Второй оборот. Все. Затягиваем узел. Узел затянули.
Так он у нас получился. Контрольные узлы. Помните, да, что контрольные узлы могут быть двух вариантов. Вот так можно завязать. Можно просто завязать. Вот такой простой узелок на конце веревки. Вот. И так они правильные. Так, брамшкотовый узел. Все. На этом узлы для связывания двух веревок разной толщины заканчиваются. Пользуйтесь, пожалуйста. Удачи. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Что бы вы хотели еще узнать? Постараюсь все это рассказать вам. Что могу, как говорится, покажу. Удачи!